Здравствуйте, друзья. Начинаю запись очередного фильма. Но это уже в чрезвычайных обстоятельствах. Вот сейчас вы меня поймете, что это значит. Итак, YouTube почти приказал долго жить. Почти. Вот. И у нас есть длинная серия фильмов. Где-то 7 снято или 8, потом уточню. Вот. Это фотографии были сняты. Знаете, как я это доказываю свою правоту? Вот одна из тех фотографий, что украли. Вот. Я только мышку подвел, ничего не нажимал. Доказательство того, что это моя фотография. Видите? 20-23 июля 2007 год. Ее украли. Вот это украли. Их воруют прямо с линейками, которые доказывают, что это мои фотографии. Вот. Чрезвычайное обстоятельство — это то, что YouTube заканчивает свое существование. Вот. Пока убытки огромные терпит вся страна, простые люди. Вот. Только потому, что среди простых людей есть непростые. И заодно и нам перепадает. И так количество просмотров сократилось в разы. И тогда мы с братом Железовым Юрием подумали и сказали себе: в 2 раза сократились просмотры, в 2 раза увеличим количество фильмов. 3 раза сократятся просмотры, 3 раза увеличим количество фильмов. Почему? И жить надо, и доказывать свою правоту. Вот, и надо, чтобы это был не единственный сад на планете, в самом высоком мире, с суперсортами. Вот. Странно, когда на это не обращает внимания наука, а нам надо продолжать. Где мы закончили последний раз? Вот. Давайте вот так вот подводить будем. Сюда подводить. Фотография, линейка уже не моя. Ученого Турсун Полота Дускобилова. Вот. Моя линейка. Вот. Это полукультурка, которую соседи вырубили. Я ему сделал 40 прививок, вырастил 40 яблок. Они все заплодоносили. Зачем им вот эта мелочь? Они ее спилили. И, значит, пришло время, приехал их родственник и уничтожил этот сад полностью яблоневый. Ну, заодно часть груш, часть слив и так далее. Вот это буйство было на моих глазах, но я ничего не мог поделать. Только эта фотография напоминает о моем трюфе и о том, что страшные дела творятся, Господи, когда людей научили, и в том числе и того Алексея, соседа, не соседа, а родственника соседа, научили ненавидеть ветки, которых слишком много. Вот. И тут пришла беда. Бактериальный рак, и все покалеченные деревья он смел за год, за два. Идем дальше. Одна из последних. Ранеток — отдельная горькая тема, отдельная тема, горькая тема. Сколько их было в деревне, я их знал и изучал несколько десятков. Да, уже совершенно стали невкусные, уже мелкие. Деревья совсем уже дичали. Но возродить-то их было так просто. Берешь веточку, прививаешь с нуля нам сибирские подвои, и они становятся в 2 раза крупнее. И добавочные. Смысл я потом покажу, как я еще увеличил 2 раза. Но это уже вегетативная гибридизация, проклятая, одно из проклятий науки. Вот, и вернуть обратно вегетативную гибридизацию в нормальный обиход уже практически невозможно. Лженаука. Вот. Это анисалы. Вот эта ветка отломилась, потому что сильно большой урожай был. И больше у меня анисалов в деревне. В саду не было. Вот он, крупный план. Вот. А вот это вот. Ну, я пропущу, потому что я потом отдельно про нее поговорю. Более яркие фотографии найду. Вот. Это одно из моих находок, ради чего появилась вегетативная гибридизация.
но уже в особом роде под названием селекционное клонирование железа. Никакого вмешательства в геном. Выбирается ветка самая лучшая. У меня есть фотография, которая будет после. Просыпается не все дерево, а только несколько веточек цветут, дают плоды, а большинство веток мертвых. Так я разделил ветки, а значит почки, на морозостойкие и не морозостойкие. Наука отказалась признавать. В крупнейшей газете ваших 600-х была дискуссия, меня припечатал Ярославцев, один из ведущих специалистов института селекции, по селекции. Вот, это все почки одинаковая морозостойкость. Точка. Вот, то есть это направление осталось незамеченным и отвергнутым. Вот, ну а так как здесь у меня порядка нет, его нет специально, чтобы не заснули. Каждое дерево новая тема. И тогда получается, что когда-то я вам покажу это дерево. Вот, оно тоже украдено. Десятки раз ее фотографии использовали на чужих сайтах для того, чтобы показать, вот какой, мол, у них прекрасный получится урожай, если вы купите у них саженцы. Вот. Мошенничество процветает. А доказательства? Вот шифер, крыша соседнего дома. Вот. Даже не надо доказывать то, что я доказываю. Навел мышку, и все понятно. От колдовидное яблоне. Год до суперурожая, год до так называемых мирового рекорда. Это мировой рекорд увидите в следующем году. Вот. То есть это же дерево, урожай по сравнению с этим 4 раза больше и 3 мировых рекорда. По морозостойкости, по урожайности и по высоте колонн. Вот. А что нам это делать? Запросто нужно только изменить подвой. Отказаться от этих самых жутких подвоев пророщенных палок с искусственными корнями и перейти на настоящие корневые отводки. Тут вам и сдержанный рост, тут вам и ранние подношения, все при нем. Вот я не болтун. Вот почему? Вот если у меня вот такой диск, называется диск за номером 2. Вот такой вот. И на нем телевидение. Я сейчас не вспомню, а пока скажу, что это настоящее телевидение. И они участники, как называется, фиксирования рекорда по колоннам, мирового рекорда. Вот, то есть я убрал все, которые уже падали до этого. С полведерка упало, я их убрал. Вот, на их глазах я потряс эту яблоню и собрали 5 ведер. А обычные рекорды у них-то... Ну, вообще, обычно у них урожая-то несколько яблок. Рекордные могут дать 8 яблок, 20 яблок. Ну, якобы у кого-то было 1,5 ведра. А здесь все 5. Но это отдельный разговор, потому что я все бегло. Знаете, у меня впереди, допустим, 5000 фотографий надо прокомментировать. Всяко разных. Это сотни фильмов. Фильмы мне все просят делать и длинные, 10-15 минут, потому что люди устают слушать и смотреть. Вот. Сувенир Востока, опять моя линейка, опять воруют эту фотографию все, кто хотят. Вот это тоже сувенир Востока, и тоже эта фотография пользуется спросом мошенников. Это еще больше пользуется спросом, это тоже сувенир Востока. Это у меня были самые крупные. Вот. И еще сувенир Востока, и опять линейка, и опять украдено. Значит что, может быть, мы не будем гнать лошадей. А давайте сейчас пришел в голову. А давайте мы наберем фото сувенир Востока. Я по другим фотографиям делал, помните, сколько я издевался, когда это королевский академик, ливийский бай, эти набирал 3 слова или 2 слова, и в результате я оказывался там, где мои фотографии украдены. Давайте смотреть сюда. Фото. А тут я не был. Сувенир Востока. Мы смотрим. Искать в Яндексе. Ё-моё.
А при чем тут эти? Ой, знаете, еще не хватает. Слива слово. Сувенир Востока, это и есть сувенир Востока. Слива. Вот он, слива. Вот теперь пойдет. Сувенир Востока. Слива, сувенир Востока. Так. Здесь мне не нравится, знаете что? Тут как-то не так они. Так. Мне нравится, когда сразу много. А, здесь пропало, знаете что? Теперь слово фото пропало. Вот что. Фото. Я тут в темноте пишу, потому что удобнее, когда в комнате темно. Сувенир Востока. Теперь вот это убираем. Вот. А куда спешить? Вот у сувенир Востока. Так, вот теперь все картинки нажимаю. И давайте смотреть. Вы видели, мать? Вот смотрите. Здесь представлены лучшие фотографии, лучшие, одного из лучших сортов мировых. Кстати, это Китай, кто не знает, да? Здесь представлены мировые сорта. Вот. А давайте смотреть, какое место среди них занимает мои фотографии. Я уже вижу сейчас уже раз сразу. Вот. Два сразу. Три сразу. Сразу. Четыре моя. Вот. Пять моя. Шесть моя. Вот. Доказывать. Докажем. Шесть моя. Вот. То есть они первый год еще, правда, это уже не сувенир Востока, но тоже моя фотография. Так. Сейчас. Вот. Ну если там дальше рыться, мы еще найдем не только сувенир Востока. Сюда уже попадают и другие сорта. Итак, смотрим сюда. Вот моя фотография. Вот. Читаем. Слева сувенир Востока. Вот. Значит, допустим. Посмотрим, присваивали или нет. Нажимаем на правую мышку, найти изображение в Яндексе. Она самая первая, она, как бы сказать-то, она привлекает внимание. Смотреть все. Ну, не так уж много. Вот. Записки это я, садовод Константинович, я, Железов, я. Вот. А вот, смотрите. Так, вернемся чуть назад. Ага. Вот, вернемся чуть назад. И получим. А вон еще моя линейка. И еще вот это украдено. Вот, пожалуйста, сады Урала. И знаете, как написано? Смотрите. Вот их логотип. Сады Урала. Вот. А фотография-то моя и линейка моя. Поняли, да? Идем дальше. С этой фотографией разобрались. Давайте посмотрим, где больше воруют фотографии. Допустим, вот это вот. Она очень солидно смотрится. Так, нажимаем мышку правую. Найти изображение в Яндексе. Вот. Смотреть все. Вот, пошли. Вот тут уже постарались. Ой, постарались. Штук 30, да? Купить саженцы в Москве. Значит, взяв мою фотографию, вот она. Самовывоз, пожалуйста, почта, наложенный платеж. Только эта фотография сделана в моем саду. Значит, вранье, есть вранье. Вот, и продадут что угодно, только не сувенир Востока. Из всего честного, это только фотография сувенира Востока. Вот. Ну, что тут еще говорить. Вот. 499 рублей. Пожалуйста, в каталоге Holiday Store. Вот. В интернет-магазине, пожалуйста, купите. Еще пойдем. Вот. В интернет-магазине. Ага. Сейчас, ага, продадут вам в интернет-магазине. Москва, Санкт-Петербург. Да, сейчас. Она уже стала скороплодной. Вот, она уже стала русской. Вот, с китайской. Слева стала русская. Почему нет? В Севастополе продают якобы.
украв мою фотографию. Подмосковье продают. Вот. Средняя полоса России продают. Орловская мечта. А почему нет? Ну, мечтайте, вороли, мечтайте. Хрен вам, а не это слива. Вас же надует. Лучше сорта для Подмосковья. Ну и так далее. Называется в саду огород.ру. Да, есть такая фирма огород.ру. Вот. Сейчас она вам продаст. Полюбовались? Еще? Или хватит? Вот. Вот это популярнейшее. Почему? Слива из Закавказья. Ну как, что у вас в Закавказье своих не нашлось? Нажимаем. Найти зам. А, кстати, смотри, это моя рука. У меня до сих пор это прошло 17 лет или 18, как я фотографию сделал, да? 2007 год. И, а она мне сейчас, эта рубашка есть. На меня все ворчат. Ты чего в дрянье ходишь? А для меня она, ну как бы сказать-то, не сувенирная, а как бы сказать-то, я бы даже сказал, суеверная. Вот эта рубашка могу показать. Итак, найти изображение в Яндексе. Вот сейчас вы будете поражены. Итак, мою фотографию присвоили. Кстати, видите, что творится? Смотреть все. Ну, путешествие началось. Нормально, да? Ну, то же самое, она уже желтая стала. Ой, елки-палки, уже в Турции. Да вы что, турки, вашу эту самую. Турция, как в Турцию ты попала, а? Моя фотография. Что, турков нет своих слив фотографировать? Лень было сфотографировать. Но я теперь надуваюсь от гордости. Смотрите на мое лицо. Турки. Южная страна, субтропики. Вот, мечта туризма. Что же вы за самое? Как вы умудрились у сибиряка фотографию свистнуть, а? Турки, ну. Ё-моё. Вот это все, пожалуйста. Лучшая сорта для Ростова. Да, для, как же. Где-то Кудымкар, я не знаю. Ну там что-то продешевили. 249 рублей. Ростовская область. Боже мой, да что дожила страна. Плюс еще и это. До этого я вам показывал, что в Молдавии одну фотографию присвоили. И Румынию присвоили. Теперь идет турки. Слушайте, я выхожу на международную арену. Я круче всех. Я круче этой самой яиц вареных. Я железо. Ну что, хватит измываться. Идем дальше. Работать будем, нет? Смотрите сюда. Мы остановились. Вот. Допустим, на этой фотографии. Посмеялись. На эту посмотрели. А дальше мне, знаете, что мне надо? А идет ли запись? Ага, вроде идет. Следующая фотография. Это память. Бывает, изменяйте много памяти. О Боднаре. Боднаре Борисовича. Веточку. Я ему шикарнейшую с Украины абрикосовую веточку подарил. А он мне подарил вот эту веточку. Вот. Которая называется Чернослив Козловский. Вот этот Чернослив Козловский. И что интересно, мне не удалось повторить. У него она 5 раз гуще. Вот. Ну, его эта слива больше уважала, чем меня. Так. Дальше идем по графику. Дальше мы видим Антоновку. Я о нем часто говорил. Вот Антоновка. Дальше Жуковская вишня. Сколько про нее говорено. Я отдельно рассказывал, как я ездил в Украину. И вот там, где фундамент дома моих дедов. Нет, не от войны. Просто продали после их смерти. И тогда получается, что там я срезал веточку и получил вот это чудо в Сибири. Привил на местное подворье. Вот. Но это снова то же самое.
Чернасева Козловского. Это черный абрикос, черный бархат, который у меня благодаря подвое стал вот такого цвета. Ночью я плевал только на абрикосы и на сливы. Варят на абрикосе, вот тут, пожалуйста. Опять сувенир Востока. Эта фотография тоже популярна в интернете у мошенников. Вот. И это тоже. Почему? Нек обычно делают так. Показывают на ладошке неизвестно чей. 2-3 плода. Крупных, отборных. Вот. А чтобы показать, что меня всегда удивляет. Вроде бы солидный питомник, да? Вот. Показывают вот эту фотографию, якобы их не. Ну что, питомники, вот этот жилой дом, это мой коттедж из опилок и досок. Вот он, мой коттедж. Вот. Красный хутор, Шушенский район, переулок Геологов, один. Вот он. И вот этот коттедж, я Сайтенко пожил, и уже 40 лет в нем жил. Живу. По Фрейду, если сказать, жил, значит, это последний год мой. Так. И вот так вот и прямо это, вот, да. Якобы это их питомник, да. Вот. Ну, это снова черный бархат. Вот. А, вот это вот другое. Помните, я вам показывал колдовидное яблоня Баргузин, а это колдовидное яблоня КВ-7. Ну, повторяться не буду. Знаете, ой, нет, буду. Знаете, какие капризные? Это две яблони. Они были неотличимы еще годом-двумя раньше. Вот. И вы поверите, что рядом вот это левое, это КВ-7, а правая это. Одна из всех хваленых. Я забыл все память. Одна из хваленых, на которой за 10 лет ни одно яблочко не появилось. Останкино, кажется. Вот. Ну, КВ-7 хотя бы не подвела. Снова сувенир Востока. Вот. Ну, а теперь вы видите эту фотографию. Я как бы сделал, как меня учил ученый Труфун Полудоскобилов. Вот попробуйте сказать, что это не моя фотография. В Сады Сибири не просто я выписывал эту газету, она напечатала 100 моих статей. Вы можете понять, что такое 100 статей за 10 лет? А? Есть у меня диск. Этот диск называется «Избранные статьи». Там они все есть. Вот. Я взял специально, а то кто-то скажет, нет, это моя фотография. Это железо я украл. Линейка моя фирменная. Вот. И листики как положено. Я так ее Турсун научил. Вот так он меня учил. Что для книг, для статей нужно вот так все фотографии делать. Я сделал, видите? И вот она как бы в разрезе, вот тут в разрезе. И тут в разрезе. Вот она в разрезе. Это самое плод с этим, с косточкой. Все. Умеем, если захотим. И такая вот такой виде фотография попадала в статьи. Вот это я уже раз показывал еще раз. Я был жертвой, как все. Нижние скелетные ветки отрезал. Вы даже сейчас можете увидеть, что вот там, где беленькое на фоне зеленого основания штамба, там были ветки. Я их уничтожил, как меня учили. И в 2007 год я еще был дурак дураком. Ох, не прилипло бы это звание. Дурак дураком. Вот. Оставшиеся ветки дали сумасшедший урожай. Рухнули. И дерево погибло. А если бы нижние скелетные ветки были бы целы, вот, они бы упирались. А вы знаете, как интересно, большой урожай, и нижние ветки упираются, как костыли, или как это, как подпорки, упираются в землю, и дерево не падает. Верхние ветки, вот они, наклонились почти до земли, хотели стать подпорками, но не хватило роста, они должны быть ниже. Вот с тех пор и до сих пор, вот, где-то у меня, я еще раз возьму, покажу, отвлекусь. Вот. Знаете, почему отвлекусь? И, наверное, на этом это кино закончим. Вот здесь вот у меня фотографии последние. Вот. И я взял
и сделал фотографию у соседа. У соседа сейчас. Вот, прямо через забор. Любимая его. Я не подглядываю к соседям. Большинство соседей со мной дружат. Помните я фильм, где я этот? Я к соседу. Ну что, опять бери? Не все не беру. Мои же саженцы вырастили, стали прекрасные груши. А он их давай белить. Представляете? Вот она, фотография, и закончим. Не это. А вот это. Вот это и есть соседская саженец яблони, купленные на рынке. Вот. Теперь я с ними связываюсь, потому что, знаете, как бывает? Как это бывает? Ну, настроение ему только портить. Ну, что-то из него вырастить. Молчу, буду дальше следить. Дождусь, пока умрет. Вот. Здесь 20-30 ран. Представляете? Здесь 20-30 ран. Вот здесь 20-30 ран. Вот. Зачем он это делал, когда у меня, как это, сами понимаете. А все, возвращаться не буду. В общем, вы поняли, сколько есть веток от самого низу, столько должно быть. И на этом мы закончим очередную серию, седьмую или восьмую, как-то я их называл. А, вспомнил, я ее называл для школьников, студентов и новичков. Во. Очередная серия. Ну что, будем такие серии смотреть? Нет? Еще раз, Яндекс подыхает. Вот. Здесь будет просмотров уже не тысячи, даже не сотни, а штук 100. И на этом все закончится. Ну, я хочу научить хотя бы 100 человек. Я не могу остановиться. Вот. Не могу. Давайте я сейчас останавливаю запись. Но с вами не прощаюсь. До свидания, друзья.